Приветствую вас на канале PlayHard, меня зовут Сергей, мы с вами продолжаем проходить седьмую Resident Evil. Так, чернышей вроде как не видно, у нас же есть теперь обе ключ-карты. Да, вот смотри, синяя здесь. Погоди, да я лишнее выкину нахрен. Допустим, кассета от меня уходит, топор. Слушай, так погоди, топор от меня пока что не уходит. От меня уходит эта фотография, я помню, что на ней изображено, если что-то где-то это, увижу место, то мы там, думаю, найдем то, что мы должны были там найти. Сейчас, одну секундочку, я хочу метнуться, даже оборачиваться не хочу и узнавать, что там были за звуки. Черныш? Ушли. Смотри. Обиделись, походу, что я их проигнорировал, не стал убивать. Они взяли и это. Так, короче. Давай и... Не подходит, хрен, правильно. Потому что сюда надо, знаешь что? Сюда надо модель дробовика, а не топора. Значит, топор мне пригодится зачем-то потом. Забирай обратно свой этот. Я хочу взять просто... Я помню, где лежит эта деревяшка, изображающая пушку. Взять просто посмотреть. Может, она будет сильнее дуплет, чем дробаш. Хотя я в этом сомневаюсь. Но, тем не менее, вдруг... проскочил. Так. Вот. Здесь и наверх. Сейчас быстренько, короче говоря, берем ту деревяшку, складируем туда и смотрим, что происходит. Ага, я вернулся за эпоксидом. Я же помню, что он здесь был, я не удержался. Так, а что у меня нету? А нет у меня вообще ни одной аптечки, поэтому... Ага, и хрен мне, а не место свободное в инвентаре. Ладно. Господи, наконец-то спортсменом станешь, пока здесь пробежишь. Ага, хорошо. И... забирай. Забери их. Так. Тьфу ты. Оно же сломано. Зачем я за ним там мотался туда-сюда? А с чем мне его объединить? Ну-ка, погоди. Покажи-ка мне в менюшке объединения, оно у меня ничего не появилось? Нет, не появилось. Может, мне его со сломанным пистолетом объединить? А какой в этом смысл? Где оно сломано? Вроде все на месте. Бах. Ладно. Ну, попытка не пытка. Ладно, я это просто отложу пока что сюда. Вот такое вот у нас странненькое начало получилось у серии. Но сейчас все. Сейчас у нас ключ-карта есть. И все, собственно, есть. Блин, а может мне его эпоксидом залатать? Эпоксид штука такая, многоплановая, многоцелевая в этой игре. Фиг его знает. Когда найдем эпоксид, тогда и посмотрим. А сейчас идем применять ключ-карту и продираться сквозь эти опять лаги. Черныш? Это ты? Конечно, это ты! Здравствуй! Все. Ага, еще один. Друзей позвал! Что, я теперь-то вооружен, только перезарядиться забыл. Готов? Вот и не надо было ко мне лезть. То не гораздо, конечно, нападать на меня, когда я безоружен, когда у меня нет аптечек. Привет, голова. Когда у меня ни хрена нет. А когда у меня все есть, так... Так, быстрее. Я опять слышу эти звуки. Выглядит, конечно, достойно. Постарался этот сумасшедший парниша на славу. Просто на славу. Посмотрим, что нас ждет внутри. Я напоминаю... О... Прикольно. Я напоминаю, мы идем этой. Let's play. Действительно, let's play. Мы идем к Зойке.
к Зойке и Мике. Да я это на превьюшку возьму. Баб Зоя! Кочевый музончик играет. Ну давай, давай посмотрим. Ну и рожа у тебя. Камера уже работает. Итан. 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 Постой, постой, постой. У меня для тебя кое-что есть. Чё? Гляди, гляди, что у меня есть. Знаешь, для чего это? Я догадываюсь, это черепной нерв, да? Или как там его? Знаешь, зачем это Зои нужно? Она думает, что это что-то особенное. Не-а. Нет, это не особенное. Вот. Вот что особенное. Видишь ли, Итан, не все хотят повернуть время вспять. Да, мы знаем, что ты себе эту руку все равно отрастишь. Что? Что, Эвелина? Я просто хочу ему показать. Я просто хочу ему показать, что не все хотят вернуться к прежнему порядку вещей. Зоя, тупая сука, она не понимает, что я не хочу возвращаться к прежним временам, пока отец всех нас не нашел. Не все хотят повернуть время вспять. Так вот, Итан. Итан? А ты можешь... Ты можешь сколько угодно ползать под этими вонючим поганым домишкой и искать эти твои ингредиенты. Но ты ни черта не найдешь, Итан. Хочешь сделать сыворотку? О, детка. Это только через мой труп. Слышишь? Договорились, куда идти? Ну давай, Итан, что скажешь? Я тебя спрашиваю, куда идти? Ага, отлично. Фак! Чёрт! Убери. Ультрафиолет включен. Кстати, ультрафиолет включился, а ни кровища, ничего нету. Ну и хорошо. Эй, ты где? Нет, опыря? Да, такую растяжку хрен заметишь. А, мне знаешь, что надо? Уберу-ка я. Да, вот сюда. Вот это, да, убери, ну. Ага. Ага, прекрасно. Да! Блин, как же я забыл предупредить! Я же взмахнул ножом в километре от этого провода. Какого черта он взорвался? Я не перестаю удивляться этому нашему главному герою. Вот она вот здесь вот была, вот прямо вот здесь вот тянулась туда, а ящик вон здесь был. Топливо для горелки. Для горелки, которую я только что убрал из горячего слота. Так, погоди, здесь у меня есть два выстрела, здесь 9. Дробаш заряжен. И нож тоже, собственно, заряжен. Поэтому я сделаю вот так. Да, уйди. Вот, да. Я сделаю вот так, перезаряжу нашу зажигалку, и мы пойдем. Ох, безрукое ты неаккуратное чудовище. Не мог реально вот как-то поаккуратнее все это прорезать, да? Сядь. Вот только попробуй это башкой задень. Нет, не задел. Пистолетные патроны. Ладно, это обычные пистолетные патроны. Я не буду менять боезапасы и перезаряжаться. Опять все засижено то ли мухами, то ли пауками. Так, здесь ничего, ничего, ничего. Сидеть. Здесь тоже ничего. Так, 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 так. Дай-ка мне дробовик. Дробовик все же понадежнее, чем огнемет. А
Нет, я здесь не проползу. Или проползу? Голову пригни. Да ёп! Твою налево! Надо было, наверное, попытаться что-нибудь кинуть. А чё я кинул? Хотя я был на таком расстоянии, что меня практически и не уронило, и это, собственно, хорошо. Здесь ничего, ничего. Я так полагаю, мы приближаемся к очередному боссу, а у меня нет аптечек. Так, растяжек нет? Растяжек нет. Полезного чего-нибудь здесь тоже, собственно, нет. В коробке опять подстава, да? Конечно, тут подстава. Нет, смотри-ка ты. Гильзы для дробовика. Ага. Итан, чем тебе ящики не угодили? Не нравятся они мне. Я завидую их форме, наверное. Так, я вижу растяжка прямо перед носом, не паникуй. Сейчас я смотрю просто, что там дальше. А здесь, а здесь, а здесь ни хрена. Хорошо. Только попробуй это задень. Да как? Ну как ты это-то задел? Я уже отходил назад, причем, а он ее задел. А провод висит. Я задел что-то другое, да, я, скорее всего, задел что-то другое, что здесь еще было сзади. Ладно, тогда снимаю свои претензии. Это мой косяк. Может, травки пожевать? У меня их 3 штуки. Да. Еле-еле трава дает эффект без эпоксида. Тут ничего. Пароль. Пароль. Я тебя слышу! Не идет. Откуда? Долбанный пароль, а? Понимаю. Попробуй 0814. Не-не-не-не-не. 0621. 0514. У тебя голова слишком маленькая, чтобы запомнить свой пароль, да? 0514? 0514. Во-во-во, я понял, понял. Сейчас это вот так вот раз, да? Да. Как иначе-то? Вот ты пес. А назад поедешь? Нет? Ладно. А, что там еще было? 0621? А я не помню. Эй, придурок! Ага. Давай 0621 все же попробую. 0621. Нужно найти пароль. Серьезно? Чудесно. Блин, опять мне нож. Вот мне теперь не хватает, знаешь чего, горячих слотов. Просто горячих слотов в этом гребаном инвентаре. Ладно, уберу горелку. В любом случае, там только 30 патронов. Эпоксид. Ай, так и знал. Надо было стрелять. Надо было стрелять. Лучше одну пулю потратить, чем... Тьфу, ладно. Лучше потратить одну пулю, чем разменивать четверть своего ХП. Ага. Внизу ничего. Там ничего. Как-то я маленько расслабился. Траву в никуда спустил. Трава. А, трава.
А, птичка. Хорошо. Так, растяжек нет? Вроде нет. Опа. Ой, здорово. Слышь, там растяжка, не иди сюда, тебе больно будет. Ты сдохнешь, что ли? Ага, сдох. Последняя пуля. Последняя у меня осталась пуля из улучшенных патронов. Брат, где? Давай сделаем просто вот так. Ага. И сменим боеприпас, поставим сюда обычные патроны. Ёптыш. Не заметил. Кейсин, блин. Что делать? Так, еще одна. Давай ты ее не заденешь. Хорошо. Блин, коробка. Погоди. А, ну да, конечно. Халявы не будет. Стероиды. Вот. Здесь ничего. Смотри, тут опять это. Изолентой прикрученной. Опять бомбанет, да? Нет. Древняя монета. Хорошо. Вроде больше в этой комнате ни хрена, да? Ползем, ползем, ползем. По-тихому отсюда. Да, выползаем. Так, стероиды. Давай сразу, нету смысла их таскать. Смотри, какие все же знатные хирурги, да, в этой деревне. Увеличили максимальное здоровье. Они руку нашу смогли пришить вообще, вот полностью, включая даже нервные окончания. Все, он ее чувствует, весь свою руку. Видишь, и пальцами шевелит, все. Вылезай, придурь. Ага, здравствуй. Пойдем со мной. Идешь? Молодец. Да я же присел под ней, да как... Ой, погоди, черныш. Стоило на того. Я же присел прям под ловушкой, ну. О, еще один ползет. Давай быстрее. Выползай на свет. Хорош ты даешь. Но не в этот раз. Еще один ползет, ты смотри. Эй, ты что, не сдох, что ли? Все. Ага. Раньше их было как-то проблематичнее убить. А сейчас смотри, один выстрел в хэт и все. И они разлетаются. Так, я слышу еще очень много приятных звуков травы. Значит, это только начало наших приключений. Здесь ничего. Гильза для дробовика. Хорошо. Порох. Эпоксида дайте. А то всяких реагентов, патроны для револьвера. Револьвера у меня нет. Всяких этих понадавали, да? Реагентов. А эпоксида вообще ни одного. Чтоб все это дело смешать. А, сейф-зона? Точно сейф-зона. Прекрасно. Твердое топливо. Гильза для дробовика. Главное, находишь гильзы и можешь ими стрелять. Здорово. По-моему, вполне. Дай сохраню. Ничего здесь больше нету. Ничего. 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 Нет, нет. Ладно, нет, значит нет. Древнюю монету надо выкинуть. А птичек у меня, кстати, тоже нет. У меня вроде как трава еще здесь где-то была. Сообщение, ценная фотография, ключ. Со скорпионом, топор, змея, дробовик. Нет, травы у меня здесь тоже нет. Зато у меня здесь есть разделитель. Но я не буду использовать разделители. Нет, не буду. Уходи. Монета, да, монета. Монета. Топливо твердого, вон 4 штуки.
Ладно, пойдем. Эй, я ж попал. Да что такое-то? Пули сквозь эту решетку, что ли, не пролетают? Или это вообще не взрывчатка? Нет, это взрывчатка. Ай, блин. Еще 3 патрона в никуда. Игра меня обманывает. Зараза такая. Сильный эпоксид. Здравствуй. Сильный эпоксид, наверное, впендюрю на еще одну аптечку. Потому что аптечек у меня... Кстати, а дай-ка я пойду проверю, может я смогу сильным эпоксидом починить это ружье. Потому что иначе я не могу понять, на какой черт нам еще нужно это ружье, пока мы рядом с Сифом. Так, чисто на всякий случай проверить эту догадку. Так. Сломанный дробовик. Иди сюда. Иди сюда. А нет, ни хрена. Ладно, может его, конечно, с обычным эпоксидом, а может его, я не знаю, короче, зачем он еще надо. Пускай тогда будет. Тогда мы сделаем просто сильную аптечку из этого добра. Ага, хорошо. Ну, юзать ее пока что не будем. Обычный эпоксид. Проверяем еще одну догадку. Не, нифига. Ну и ладно. Потом я, наверное, просто закончу записывать серию, не буду заморачиваться. Я просто залезу какой-нибудь Google справочник или еще добро и того, и спрошу у него, на кой черт мне нужно, мне нужен этот сломанный дуплет. Мне она предлагает вниз, больше 10 идти некуда. Давай сразу эту коробку, ага, конечно, разбабахаю. И вон ту, кстати, тоже разбабахал. Так, и сразу сюда наверх, потому что если вдруг чего, отсюда будет проще обороняться. А нет, все спокойно. Хорошо, раз спокойно. Батарея. Где-то что-то запитать. Топливо для горелки. Ничего здесь? Точно ничего. А то лут здесь по щелям распихан. Хрен увидишь сразу. Но, видимо, нет. Видимо, ничего. Ладно, я нашел траву. Давай сюда. Вот так, вот так. Хорошо. Аптечка обычная есть, аптечка сильная есть, боеприпасы тоже, в принципе, есть. Батарея, которая хрен знает зачем нужна, есть. Сейчас тут чувствуем, зло будет. Ну, не зря здесь столько динамиков висит. Пистолетные патроны. Ну и давай тогда я сразу перезаряжусь, пользуясь случаем, потому что как раз их осталось не очень. Ничего. Ничего, ничего. А, вот коробка. Еще пистолетные патроны. Так, ладно, один магазин в пистолете. 4 патрона в дробовика. Гранатомет один из одного. И нож я давай отсюда все же уберу и заряжу горелку, потому что ножом я теперь все равно коробки открывать не буду. Я вообще ножом в игре практически не пользуюсь. Так, ну на тебе аккумулятор, где он там был? Вот он. Конечно, все бомбануло. А, и свет потух, да? Фонарь включи. Дамы и господа, мальчики и девочки, добро пожаловать на амбарный бой. Получше название не мог придумать. Деритесь честно, господа, у нас есть правила. И тебя тоже в жопу. А где? Тыщ! Тьфу! Мазила! Тыщ! Преодолевая жестокие житейские трудности, становишься мужиком, Итан. Эй! Вот этого еще не хватало. Что-то твоя шкала здоровья меня не радует, Итан. Надо мной что, ХП бар, что ли? Да хорош там на меня наплевывать. Тихо. Оно блюет.
Можно сказать, я впечатлен, ты не только еще жив, но и все пальцы сохранились. Вот, вот, конечно. Еще. Блевунчик! Наска! На! Даже не знаю, что сказать. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Сюда иди! Сюда иди! Вот, молодец! Держи. Да! Откуда? Он все время, по ходу дела, если смотреть сверху, блюет только против часовой. Да как? Ты чем-то сейчас на меня блеванул? Отлично, давай, конечно. Набли мне прямо в лицо, почему бы и нет? Тихо, тихо, тихо. Нужен перерыв, а, Итан? Мне нужно тебя найти, паскуда ты. Ага. Тихо. Да, а что, это все что ли? Толстяк готов, толстяк готов. Ну и ладно, все равно я никогда его не любил. Валим. Это же это? Убегалка? Да, это убегалка. Так и что, это босс что ли был? Это какая-то херня из-под коня, а не босс. Я думал, сначала это мина. Стрелял в нее. Это и не мина. А аптечка нету. А эпоксида тоже нету. Типичный Е. Так, здесь есть что-нибудь? Их... Закрой дверь. Закрой. А-а-а. Ну и впень ту дверь. Ничего. Ничего. Ага. Во! Балахонка этого! Придурка нашего. Пищевые добавки. И эпоксид сильный. Ну, в смысле, не сильный, но эпоксид. Привет! Там что-то на груди приколочено. Так, эпоксид и пищевые добавки тут лежат. Наверное, мне предлагают сразу это дело применить и посмотреть, и показать все, что скрыто, так сказать. Ладно, я тогда потрачу эпоксид. Да, делаю психостимуляторы и сожру их. Серьезно, ради вот этого? Так, что пишется? 14.08, ты на очереди. 14.08 был такой фильм. Древняя монета. Чуткий фильмец. Блин, психостимуляторы вообще просто в никуда ушли. Я-то думал, прямо здесь, прямо чего-нибудь. Но нет. Ладно, 14.08. 14. Наверное, это просто любимый фильм нашего этого полудурка. Открыто. Очень здорово. Чувак, это проверка умений, так что не жульничай. Открывай быстрее, у меня психосимулятор кончается. Из кармана все барахло выкину. В смысле? Мне... В смысле? Он хочет, чтобы я все оружие, что ли, убрал? Навряд ли, конечно, против него проканает то, что я уберу его из горячих слотов. Ну, да. Так, а где у нас была сейф-зона ближайшая? По-моему, где-то здесь. Нет, серьезно? Мне избавиться от всего оружия? Вон там в конце она была. Это какой-то жестячок. Слева все горит, и свет огня... И свет огня почему-то сквозь текстуры проходит. Блин, это не сейф-зон. А, наверху же, второй этаж, да. Так, хорошо. Это будет странно. Главное, говорит, проверка умений. Возможно, сейчас опять будет то же самое, что мы видели под конец прошлой серии, когда там это... Когда, помнишь, чувак-то загадки решил. Так, ну хорошо, пойдем. Надеюсь, ну что, я могу с собой оставить? Нифига, ты прикинь, этот петух хочет, чтобы я вообще все по ходу дела выкинул из своих карманов. Ладно,
Непонятно только, зачем я бегаю. Хрен знает куда, чтобы выкинуть это барахло, потому что ящик у меня прям под носом. Ну да и ладно. Так, уходит. 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 Отдай. Ну, навряд ли, конечно, это сработает, но... О, нервно-паралитический боеприпас у меня здесь 3 штуки. Но попробовать-то я должен, правильно? В смысле? Ты серьезно или ты угораешь надо мной? Ага, понятно. Так бы сразу и сказал. Зараза. Так, а я помню. Have a nice day. Всего хорошего. Ага. Чувак, а загадки те же самые, да? Загадки, по ходу дела, те же самые. Давай сюда свечку. Так, ну, хорошо. Мы, в принципе, уже знаем, чего как делать. Здесь пока нельзя, тут пока нельзя. Тут пока нигде ничего не... Шарики. Да, именно так. Давай. Давай. Нет? Смотри. Ну, как насчет сыграть в одну игру? Да иди ты в жопу, видели мы это уже. Зажечь свечку и вставить ее в торт. Ага, я бы в жопу ее вставил. Да пошел ты, Итан, следи за языком. Вот они даже... Эй, включи. Включи. Они даже... В смысле? Ага, понятно. Даже здесь, в этой загадке, смотри, они сделали скрипты. То есть, если ты будешь что-то делать, но делать все это ты будешь планомерно. Планомерно, последовательно, никак иначе, никакой импровизации. Только так, как прописаны скрипты, ничего. Вот теперь здесь экран появился, в котором, конечно же, вода не течет. Давай мне сюда там подзорную нашу трубу. Угу, давай. Да-да-да, противно поделать. Про его руку, про руку нашего главного героя уже можно это самое. Можно отдельную поэму написать, наверное, какую-нибудь приключенческую книгу, где она только не побывала. Давай отмоем. Давай, да. Ага, хорошо. Рюкзак убрать. Свечку поджечь. Замечательно. Так, здесь все по-прежнему? А, трубу дай. Ага. Так выбери ты, я ж тебе двойку нажимаю. Ну давай вот так вот. Висящий человек, ворона и детвора. Да, здесь все по-прежнему. Так, здесь что-то лежало. Вот оно здесь. Воздушный шарик. Шарик воздушный. А, так, погоди. Л. Лузер там был, да? Так. Лузер. Окей. Ага. Рукоятка вентиля. Хорошо. Теперь мы можем, в принципе, нагреть систему и не сдохнуть. Так, а, да. Сюда. Потому что в прошлый раз ты знаешь, что загорелось? Вон там вот и в бочке. Мы когда из бочки вытаскивали эту заводилку для куклы, из нее потекла вся эта взрывоопасная, по ходу дела, хренота. А, но теперь она не потечет. Давай. Давай. Отойди только отсюда. Ты дыщ. Да отойди, что ты смотришь-то на него? Отойди от этого тортика. Да унита хромосома, блин. Мать твою, что ж ты не сдох-то? Ну потому что так получилось. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Бомба замедлена. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо.
Давай, быстрей. Ай-я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 й. Ту-ту. Она была для тебя. Черт бы тебя подрал. Ты там не лопнул, я надеюсь. Как те воздушные шарики, которые я не так давно тут тыркал. Да, а если я... А нет, это уже не вытащить. Жаль. А сюда мне нельзя. Или можно? Сгорю, нет? Ну, что делать, ты иди давай. А, вот, смотри, он здесь сидел. Паскуда малолетняя. Не бушуй. А вон, кстати, и Мия, и Зойка, смотри. Мия! Мия! Это ведь Зойка? Она жива. Ты кто? Ты где? Мы за причалом, снаружи той комнаты. Поспеши. Ну что, Шейтан? Чё тебе от меня надо? Чтоб ты? Умер? Похоже, этот вопрос откладывается. Пока что. Повезло мне. Еще трюки в рюкаве еще остались? Еще. Ну, Итан, если скажу, то испорчу сюрприз. А я не люблю портить сюрпризы. Придурок. Так. Карта испытательной зоны. Кстати, смотри. Глава серии D. Давай. Да-да-да. Вот та хренота, которая мне была нужна. Наконец-то. Именно. Где там рука? Давай попробуем сразу их объединить. Но я сомневаюсь, конечно, что что-то... Получится прям так сразу. Или получится. Ну-ка. Трудно себе представить, для чего это. А, понятно. Ладно, возьмем это с собой, потому что хрен его знает чего. Это давай сюда. Труба и воздушный шарик. Сомневаюсь, что мне спасут жизнь. Хотя, конечно, всякое бывает, но тем не менее. А, горелка. Дробовик. Тьфу ты, уйди. Это не те дроиды, что мы ищем. Так, сломан дробовик, подзорный на нож. Давай просто, чтобы был. Нож, иди. Вот так. Дробовик. Твердое топливо. Давай я возьму, наверное... Да давай все, в принципе, что я это самое мучаюсь. Пистолет G17, давай. Так, древняя монета остается. Игрушечный топор, ценная фотография с днем рождения. Вот, боеприпасы все. Ага. Патроны эти я оставляю. Психостимуляторы дай. Используем. Так, а порох тоже оба дай. 4 ячейки оставлю. Хотя нет, видимо, сейчас я даже оставлю 5 ячеек. Дробовик, горелка, гранатомет, пистолет. Да, все на месте. Патроны никакие нигде. Это револьвер. Патроны никакие нигде. Хорошо. Так, подвойка и огнемет. Давай-ка поменяем. Хорошо. И пистолет заряжен. Значит, у меня, по сути, в горелке только нет патронов. Так, испытательная зона. Погоди секунду. А, это сохранялка отмечена, и тайник, да, ничего здесь больше не отмечено. Ладно, пойдем. Дробовик. Блин, неудобно, я к другим клавишам привык, сейчас буквально одну секунду. Это на тройку. Это на двойку. Да, горелка на четверку, а базука будет на единицу. 2 пистолет, гранатомет, 3 дробаш, 4 огнемет. Хорошо, хорошо. Патрончики. По ходу дела, здесь самое время сейчас завязать эту. Блин, а сюда рукоятка надо. А дай покатаюсь. Нет, нет. Ладно, пойдем заберем рукоятку. Она же у нас есть. Самое время сейчас будет завязать опять психостимуляторы. Так, давай. Они у меня с собой, хорошо. Рукоятка дай.
Ага. Зачет. Все. Скину ее сразу назад, чтобы не мешалось. Она занимает, в принципе, всего одну клетку, но мы уже кучу раз тут были свидетелями, что всего одной клетки, а ой, как сильно не хватает. Либо для того, чтобы подобрать что-то, либо что-то смешать с чем-то, либо еще чего-нибудь. Я иду, Мия. Мия, Мия, я иду. Здесь ни хрена, ни хрена, ни хрена. Наверняка нам туда. Давай сначала здесь осмотрим. Там вроде как, да, я уже вижу. Добро всякое лежит. Аптечка. Эпоксид. Сильная аптечка. А это явно намек на то, что сейчас мне все это добро пригодится. Так, трава есть? Травы нет. Для... Так слушай! Сходи покушай, блин. Ой, 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 внезапно! Я только запись остановил, хотел это самое. Думал, без записи уже сам дойду. Умер? Умер. Чтоб вы не смотрели, как я просто бегаю туда-сюда по этому причалу. А здесь мясо! А здесь мясо! Мясо самым натуральным образом началось. Ко мне, ребята! Обойдешься. Да блин, ты смотри, он встал сзади меня. Сдыхали те. Следующий. Нахер иди. Так слушай. Ой, 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 ой. Перезарядочка, перезарядочка, перезарядочка. Ищ. Готов? Падай. Вот молодец. Обойдешься, братюня. Ладно, тогда перезарядимся. Блин, откуда же я знал, что мне здесь может понадобиться эта гребаная рукоятка? Кстати, смотри, если бы у меня рукоятка сразу была с собой, то по ходу дела я бы сейчас и не дрался со всеми этими тварями. Я бы спокойно ее там воткнул, прошел и все прочее. Но здесь они, конечно, да, грамотно такую ловушку для игрока сделали, и я в нее попался. Глупо отрицать. А, давай, 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 где? Где, 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 где? Чё же на самое низ-то, блин, все. Последняя слово положенная вещь уходит. Так неинтересно. Ну, вроде как больше никого не осталось, да? Хотя музло играет, значит, еще осталось. А где? Одни ошметки и кровавые пятна. Да нету никого, музыка, давай завязывай, ты опоздала. Хотя, может быть, это просто саундтрек к боссу, который тоже сейчас вылезет. Сейчас посмотрим, в принципе, что загадывать-то. Сзади никого, ну и хорошо. Поехали. У меня там еще эпоксид с собой. А, вот оно что, мост с той стороны. Если бы я пошел назад, они бы все равно вылезли. Да, значит, это была не ловушка, это просто были... скрипты. Привет. Эй. Так слушай. Какого хрена я на тебя 4 патрона потратил? Причем все в голову. О, здравствуй. Погоди, погоди, я лечусь. Нечестно сейчас нападать. Да нечестно. Давай! Ну вот, потратил почти все патроны. Опять сейф-зона, что ли? Навряд ли, конечно, в сейф-зоне коробка меня взорвет. Зажигательный, зажигательный. 3 гранатометных выстрела.
Пистолетные патроны 25 штук, ни хрена себе. Порох. Психостимуляторы. Травка, нет места. Гильза для дробовика. Так, психостимуляторов у меня все равно две штуки, поэтому давай. Так, вон там. Две или три чего-то. Опа, бабоньки. Так, бабы, погоди. Я, конечно, все понимаю. Я спешу им на помощь и все прочее, но... Девки девками, как говорится, а трава просто так нигде не валяется, поэтому надо ее забрать. Ага. И смешать. Ага. Хотя бы одна аптечка, и на том хорошо. Бабоньки, я иду! В горелке нет ни хрена. Привет, девчат, как дела? Мия. А ты Зойка, я так полагаю? Мия, ты же можешь превратиться в убиваку и разнести все к чертям. Так, баб Зои, давай. Зоя? Зоя, я... Не сейчас, у нас нет времени. У тебя оба ингредиента? Да. Если только поторопимся. Отец с Лукасом недалеко. Ой, он идет. Папочка. Погоди. Какой нахрен папочка? А, хорошо, на две порции хватит. Какой папочка? Мы же деда убили. Или здесь еще есть папочка? Здесь десертик есть. Делаем сыворотку. А дальше что? Снаружи лодка, переплывем на ней через болото. Но без сыворотки никому из нас далеко не уйти. Че это? А, возьмите сыворотку. Давай. Эй, одна из них моя. Во! Папочка? Это ты? Зоя, подними задницу и марш домой. Потом поговорим. Папа, ну ты вообще. Пап, положи меня на место, спасибо. Пап, смотри, что есть. Погоди, вот. На. Ай. Ну чего ты крадешь у меня новую дочь, моя плоть и кровь? Тыщ. Блин. Так, погоди, у него здесь что-то вон это, смотри. Тыщ. Ой, ясно. Погоди. Ты повторяешься, Джек. Тыщ. Ай-яй-яй. Я бегу. Так, давай-ка сменим боеприпасы. Есть, хочу. Твои половые трудности. Есть, он хочет. Давай, вылезай где... Где-нибудь здесь. Вылезай, говорю, дурила. Сюда иди. Сначала я убью тебя, потом Мию. Тунца-то у нас... Эй-эй-эй, не надо плеваться, не надо плеваться. Да блин. Вот, смотри, сейчас он где-то здесь вылезет, а я сюда перебегу. И у меня кровью захлебнешься, и ты, и твоя сучка Мия. Ай! Прям по голове, за что? Кровью я у него захлебнусь. Можешь вот туда куда-то пыжнуть? Видишь, там глаза красные, наверняка больное место, слабое, в смысле. На! Блин, ай-ай-ай-ай-ай-ай. Я вижу тут ящики еще, можно их как бы скрыть. Так-то по-хорошему. Давай, иди сюда. Да, это было слишком наивно с моей стороны. А еще один удар, и я, кстати, умру. Маргарита! Ты куда вылез-то, ёпты? Да. Аптечка! Ай-я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 й! Что ж ты делаешь, паскуда? Я только полечился. На в глаз. На еще в глаз. На еще в глаз. Да ты смотри, а. Не, ну на такой дистанции бесполезно, конечно, дробовика шарашит. Тихо. Уходим.
Ищ. Для ты сюда пришел, парень. Убирать будешь медленно и в мучениях. Да, я понял. Нет, ну, глаза так глаза. Это, в принципе, ежу понятно. И это, кстати говоря... И есть, по ходу дела, наш дедуля. Когда ж ты, сука, сдохнешь, а? Ты уже просто достал. А я выйду, ладно, отсюда? Нет. Ты... Да, эй! Эй, слышь, а это... Отдай. Деда! Ты повторяешься, Джек. Ой. Дед, я не готов к настолько близкому знакомству, отойди от меня. На, в глаз, сука! На еще! На! Пырится он на меня глазом своим. На еще! Перезарядка. Я никак не могу привыкнуть к тому, что эта помпа перезаряет четырехзарядная. Тихо, деда. Есть хочу! Иди поешь, ёпта, я здесь при чем? Да хватит меня жопой-то своей двигать, непонятно куда. На, в глаз. Эй, вниз давай. А мне как отсюда выбраться? Вон лестница, смотри. Дедуль, сначала я убью тебя. Ага. Да, нервно-паралитическая эта хренота особые эффекты не дает. Во, глаз лопнул, смотри. Бах. Смени тип боеприпасов. Быстрее. Никто меня не любит. Конечно, кому-то нахер нужен такой. Да. Есть контакт. Ой, а все горит, а все плохо. Деда, дед, тут все горит, я предлагаю валить вместе. Ты пожалеешь, что у тебя не хватило ума сдаться и умереть. А. Вон глаз, вижу глаз. Это не глаз, это огонь. Бежать. Валим. Дедуль, дай я уйду. А он не видит ни хрена, смотри. И двигайся. Ну да, конечно. Ты сейчас замру. Эй, а куда? А, дед, а куда идти? Вот, я должен был стать ее отцом. Хрен тебе лысого, а не отцом ее стать. И куда ты собрался? Пожалею, что родился на этот... А, вон, глаз, смотри. Я вижу. Погоди, дед. Нет, только не рука. Ай, поймал. Нет, не поймал. Тихо, вниз. Глаз, вон он. На. Ай, зараза. Есть, попал. Где еще глаза? Нету глаз, не вижу. Или вон, или нет. Ясно, я отошел. Ай! Да я же отошел отсюда, как ты меня достал-то? Итан! Что тебе надо? Старая ты паскуда. Где у тебя глаза-то, слышь? Тихо. Попадешься. Ох, попадешься. Ага. Хрен тебе. Вон глаз, смотри, вылез. На хвосте. Ай, погоди, не шевели своей жопой. Есть. Тихо. Ай-я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 й. Куда ты ползешь-то, червяк? И утек. Ну да, конечно. Ой, привет. Зря тратишь время. Ай! Попал. Дед, дай глаз. Ай! Ну, один выстрел еще максимум, я точно знаю. Так! Сука! И все с самого начала, ты прикинь, самого начала. Хотя на самом деле, если оставаться наверху, то справиться с ним все же намного проще. Теперь ты часть семьи, он сказал. Welcome to the family, son. Сразу вспоминается его это. Эй, а ты что там-то вылезаешь? Я здесь стою. Вон, смотри, глаз еще на пузе. Дед, подними брюхо. Опс. Как бы... Дедуль, а мне чем тебе стрелять? Ага, понятно.
А дед, хвост под... Как-то это странно звучит. Пожалеешь, говоришь, что родился на свет. Ты повторяешься, ну реально уже. Я не могу понять, где у него там еще глаз. Я вроде уже всех отстрелил, просто все. Вот все, нет у него там больше глаз, ни одного. Блин, опять вылез. Куда ему стрелять? А, вон, смотри, на руке глаз появился. Блин, а в этом нету ни хрена. Ай, близко опять идти надо. Тихо, 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 не наблевать. Фищ. Да, как вовремя-то, перезарядка. Вот. А чё вот-то? А где еще? Больше глаз нету, все равно. Или есть? Не видно ни хрена. Так ну, я наверху был, как ты меня протащил-то, гребаный скрипт? Блять. Та-та-та. А мне никуда отсюда не отойти. Я сейчас опять здесь умру и буду начинать все сначала. А и куда теперь? Спасибо. Ой, как же ты заебал. Итан, убейся. Ну да, 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 конечно. Отпусти ты меня, унитазная элементаль. Ну ладно. О, как приятно, не то слово. Я очень рад за тебя. Хуй. Да, я в полном порядке. Каждый день так делаю. Идем, Мия нас ждет. Минус одна сыворотка. Так. Аптечка. Пистолетные патроны. Так слушай, развалился здесь, там еще коробка была. Сука, даже сдохнуть не может по-человечески. Ладно, пойдем. Так. Так. Мия! Во, вот они. Привет, бабоньки. Мне пришлось использовать дозу. Осталась лишь одна. Ты опять меня бить будешь, да? Осталась только одна. Это не может быть такого. Черт, ну и что нам теперь делать? Сама сказала, и дозу ему вкали. Исцелить Мию, исцелить Зою. У нас сохранялка есть, давайте попробуем и то, и другое. Мия на нас рассчитывает, Мия, на тебе шприц. Ну, прости, Зой. Ничего. Глупо было надеяться на побег. Зой, когда я тебя исцелю, погоди, мы все, все концовки посмотрим. Уходите оба, уходите! Мы найдем кого-нибудь, кто поможет. Очевидно, мое место здесь. Я пришлю помощь. Забудь. Некому тут будет помогать. Мия, ты чё как? В порядке? И они вместе красиво уплыли в закат. Ну, дедуля дал. А, и какая разница, кого исцелил? Это нет, это не финал. Или это финал? Ну, скорее всего, это финал. Мы исцелили, исцелил свою подругу и валим отсюда. Или сейчас из воды какая-нибудь хуерага выпрыгнет. Итан? Спасибо, Итан. Да пожалуйста, только не бей меня больше, ладно? Но кого же я мог выбрать? Итан. Чего? Мия, я знаю, через что тебе пришлось пройти. Но нам надо поговорить. Ты ведь во всем этом как-то замешана, не так ли?
Послушай, я просто хочу узнать правду. Я просто хочу узнать, почему эта игра называется Resident Evil. Итан, я правда не понимаю, попробуй. Ядрить колотить. Это что, тут корабль? Как, блин, он сюда попал? Слушай. Ну? Ты в порядке? Что, блин, произошло? Ну, что-то под водой, походу, нас застопорило. Ну да, да. Что за черт? Что это? Что это? А что это? Мамочка. Сюда. Куда? Ага, мы снова играем за Мию. Мне кажется, или это открытое достижение «Беги, если жить хочешь». Как так, Итан? Итан? Или этот корабль фигурировал в одной из прошлых частей? С хранилищами этими. Так, туда я не пройду. Это вот, по ходу дела, тот корабль, за который говорили раньше в этих в записках, мы видели в читалках. Что раздраконенный корабль, который выбросило на берег. И, видимо, с него вся эта зараза в деревню и притекла. А, Итан? Да, точно, Итан. Эй! Морду из грязи! Но! Итан! А вот тебе и Итан. Он так старался, он так выжился и укатился. Гребаный Ураборос. Так, ничего, ничего. Что-то странная бутылка. Странная бутылка, которую вы обнаружили у себя в кармане, очнувшись в доме Бейкеров. Наверное, она имеет значение. Пить можно? Нет. Давай посмотрим. Е-001. Это, по ходу дела, да, это препарат, который мне ввели. И, ну, не мне, а Мия. И она превратилась в эту хуирагу. Хуирагу. Да, да что ж такое? Хреноту! Где я? Добротненько. О, да. Обожаю вот такой антуражик. Это круче... Это круче, чем всякие... Чем всякие подвалы, чем всякие деревенские дома. Вот. Космические корабли и не космические корабли — это то, что я больше всего обожаю в хоррорах, блин, в них... В них просто страшнее всего. Мне почему-то. Я уж не знаю, почему у меня именно так все это происходит и все это ассоциируется в мозгу. Но вот именно так. Сюда можно? Проклятие! И все. Сказали только Дэмлет. И все. Что это было? Пух. Давай ускоримся. В принципе, вроде как ничего не страшно, поэтому я нажму на шифтяру, и мы пофиячим. А, ну да, 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 начинается. Вон, смотри. Хрену-то это. Ура-боросячая. Ой. Человеки. Смотри, видишь, руки торчат, вон голова. Фу. Мне под этим предлагают проползти. Ну, поехали. Здорово, ребята, как дела? Нормально все? Очень за вас рад. Я пошел, ладно? Спасибо. Пронесло. Надеюсь, эта херня не будет за мной бегать. А кстати, вопрос на миллион. Откуда у Мии фонарик?
Ну, в принципе, ладно. Это не та игра, где надо пытаться искать. Опа. Они мертвы. Они все мертвы. Что такое? Машинное отделение. Чё ты несёшь? Она их всех убила. Кто? Твою мать. Это что тут такое? Нам нужно оружие. Есть на корабле оружие? Я не знаю, но... Пойдем сюда. Может, там выход. А, сюда? Пойдем. Ща, погоди. А это что? Каска. Может, это принадлежало члену экипажа? Нет, блин, тараканы здесь в касках бегают. Сюда нельзя? Нет. Туда тоже. Дайте мне сейф-зону, что ли. А то я... Тихо. Никого. Есть что? Я понимаю, что здесь тупик, но... А, ну вот, пожалуйста, древняя монета. Но в таких тупиках обычно спрятана всякая хрень. И мы как раз ее сейчас нашли. И раз. А мне куда? Тут тупик, да? Ага, тут тупик. И дверь не открыть. А, она не мое дитя, написано на стене. Да, она мне не дочь. Список экипажа. Капитан Эд Карлайл, Фицджеральд, Чалмерс, Стокман, Уодл. Я пришел сюда, и какая от этого радость. О, привет. Чего у тебя есть? Должно быть, он от чего-то прятался. Нет, он просто любит спать, стоя в шкафу. Догадливая, просто пиздец, я офигеваю. Так, ладно, здесь вроде как ничего. А там тупик. Ну да, там тупик. А что делать? А, ну вот проход-то. То есть забежал в комнату, затупил. Свежий воздух. Свежий воздух — это очень хорошо. Судя по всему, здесь кто-то когтями нехило диван поцарапал. И здесь точно так же. Здесь, по ходу дела, бегал художник и форменно выцарапал на диванах одну и ту же картину. Танкер-газовоз СПГ «Аннабель». Построен 1987, полная грузоподъемность, ага, длина 300 метров. Танкер она... Ой. Успокойся, девочка, успокойся. О, это Альма из Фея разбежала. Ну, молодец. Ой, что, вспомнила? Что? Что ты такое? Слышь, покажи, где сейф зона. Эй. Ладно, сейф зоны не будет. Эй, малая! Это, по ходу дела, та девчуля, которую мы уже видели, помнишь, она в этом... Во второй, по-моему, или в третьей серии, когда мы играли за Мию первый раз, там призрак ее стоял, когда мы от бабули прятались. Так... А можно я сюда не пойду? Эй, давай налезть... Понятно. Быстро, 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 из воды, терпеть не могу воду в хорорюгах. Особенно в таких местах. А нет, смотри, на горизонте все спокойно. Я зря панику разводил. Ну и ладно. О, ты сказала, мы будем семьей. Что такое ты говоришь? Ты сказала! Я устала ждать. Ну, ладно. Не мои, собственно, проблемы. Глянь-ка, ты здесь еще что-то работает. Клетки и стиралки. Точнее, это не клетки, это сушилки. Бляха-муха, здравствуй. А что мне с тобой делать-то, слышь, дружище? Дверь закрой. Да блин, ты смотри, еще один.
Так, а что делать? А куда? Сюда, наверное, за этой, за малой. А нет, тупик. А там еще одна тварь. Да нет! Дай пройти, дай пройти. Спасибо. Куда идем с пяточком? Пиши секрет. Дверь закроем, нахрен вас. А, пистолет, отлично. Сохранялка, отлично. Что еще здесь есть? Две пули. Две бляха-муха пули. Шел к успеху, не дошел. Ладно. Короче говоря, ребята, сохраняемся и продолжаем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.